Ну, все зависит от позиции Запада. Я сегодня читал газету Independent, где мой сын написал статью о том, что Запад сделает большую и непростительную ошибку, если откажется от предложения Путина о сотрудничестве. Это такой исторический шанс, такой же, как когда-то был, им воспользовались Вторая мировая война. Поэтому это все сегодня на стороне наших западных партнеров. Если они услышат, то шанс есть на то, что отношения будут другими. Сегодняшние отношения, безусловно, они вредны для обеих сторон. Я уж не говорю про ИГИЛ, да, про то, что это, в общем, угроза человечеству, это правда.